Просто я вам хочу сказать, показать один пример. Вот вы, сотрудники правоохранительных органов, вы боретесь с нами, да, с активистами. Какая у вас мотивация, скажите? Ваша мотивация – это ваша зарплата. Средний размер заработной вашей платы составляет 200 тысяч тенге. Из них 50 тысяч тенге вы отдаете на различные сборы, газеты, журналы и встречу высокопоставленных гостей ваших же начальства, да, то есть сказать. Вот ваша мотивация 150 тысяч тенге, средний, сказать, месяц. Вы за 150 тысяч тенге боретесь со своим народом. Теперь посмотрите и подумайте, какая мотивация у активистов. У активистов мотивация ихние дети, ихняя земля, родина и свобода. Свобода слова, прав и свобода мыслей. То есть эта мотивация, она по сути бесценна. Даже если сложить все деньги мира, вы ее не купите, эту мотивацию, которая есть у активистов. Так что думайте, господа правоохранительные органы, у кого сильнее мотивация. А мы знаем, у кого сильнее мотивация, тот и победит. На этом все. Я вам показал живой пример, кто выиграл в этой борьбе. Слава Богу, выиграл народ. Просто этот режим падет, и падет он насколько скоро, это все зависит от активистов. Активисты – это катализаторы этого процесса. Народ проснулся, и он не уснет уже. До свидания.